партнер проекта «Гастрономическая лавка», улица Петропавловская, 29. Будет вкусно! Здравствуйте, дорогие мои киноманы! На заре века кинофильмы были немыми. А актеров, снимающихся в них, поначалу даже не указывали в титрах. Но голливудские боссы смекнули, что зрителям интересно, чем же занимаются их любимые экранные герои в реальной жизни. И стали выпускать карточки с горячими фактами из личной жизни актеров. И вуаля! Зритель стал ходить не столько на фильм, сколько на актера. Вспомнил я этот интересный факт, увидев на киноафишах лицо суперпопулярного Джонни Деппа, на которого, говорят, я похож. И его новый фильм «Мордекай». Я лорд Чарли Мордек. Меня уважают все, кто знаком. Почти что. Отличный выстрел, сэр! У нас раненый! Это тот самый случай, когда все идут на звезду, даже особо не вникая в сюжет. Джонни, конечно, не разочарует нас своей игрой, как и в остальных своих проектах. Не знаю, как для вас, а для меня он по-прежнему Джек Воробей, который просто путешествует из фильма в фильм. Вообще-то капитан Джек Воробей. Хороших вам выходных и 7 футов под килем. Все это видели, ибо я отказываюсь это повторять.